Першие выпадки отручивания чадным газом у Минской области. У Капыли два человека звернулись по допомогу до врачов со скаргами на дрэнное самоотчувание. У вынику женщину шпитализовали, ее мужа после огляда отпустили домой. Одна из махчимых причин здарения – неправильное корыстание печкой. Господар заучасно засланил дымоход. Ратавальники у черговый раз нагадывают об необходимости проверять отепляльное обсталявание, в выпадку неисправности ремонтовать и дбать об уластной безопасности. При топке печи важно помнить про угрозу отравления угарным газом. Оно происходит тогда, когда в топке печи не сгорели до конца дрова, а люди уже закрывают задвижку дымохода, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Человек не чувствует его, и происходит его отравление в течение нескольких минут после его воздействия. По словам специалистов, основные признаки отручивания отшадным газом – головные боли, головокружение, кашель, млосность. При выявлении этих недомоганий необходимо выйти на свежее поветро и выкликать худкую допомогу. Нагадаю, только в минулом году про отручивание отшадным газом в области загинули 6 человек.